Москва, станция метро Фрунзенская, очень сильно удивила в плане своих инноваций. Но начнем по порядку. В эпоху коронавируса, пандемии и всего остального были очень сильно востребованы такие профессии, как курьер, доставщик еды. Но они канут в лету. Вот этих вот зеленых и синих человечков скоро не будет. Потому что на смену им приходит роботизированная доставка. Да, на Фрунзенской. Очень интересно. Можно увидеть даже не одного, а нескольких доставщиков нового поколения. Это доставщики еды от Яндекса. Роботы. Вот такое вот обучение робота происходит на наших глазах в наши дни. Скоро все доставщики смогут свободно отдыхать в коронавирус. Точно так же сидя дома, точно так же, как и все остальные работяги на карантине. А вот такие вот трудяги в пластиково-металлическом корпусе с мозгами настоящего компьютера будут переходить дорогу и доставлять вам еду. На Фрунзенской вы можете сами это наблюдать. Это происходит сейчас, в данный момент. Ну а пока, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья.